В Атырауской области подвели предварительные итоги программы по легализации имущества. Пока активность граждан невысокая, тем не менее, специалисты уверены, ситуация уже в ближайшие несколько месяцев может измениться кардинально. Программа по легализации имущества в Казахстане стартовала 1 сентября прошлого года. Сегодня представители сразу нескольких государственных органов провели брифинг, на котором рассказали о ходе ее реализации. По итогам первых 7 месяцев в списках легализованного имущества исключительно недвижимые объекты в пределах региона. За 7 месяцев с начала программы на рассмотрение комиссии поступило 476 заявлений по 619 объектам на общую сумму 5,1 миллиарда тенге. 479 объектов из них на сумму 3,4 миллиарда тенге уже узаконено. 60 заявлений по 103 объектам на сумму 1,3 миллиарда тенге находятся на рассмотрении. Есть и отклоненные заявления. Таких набралось 37 на 478 миллионов тенге. Основная причина – неполный пакет документов. Что касается легализации денег, ценных бумаг и недвижимости за рубежом, то здесь колонки отчетов пусты. Хотя, заверяют специалисты, еще рано делать какие-то выводы. Практика двух предыдущих легализаций показывает, что активность граждан достигает пика во второй половине срока программы. Я рассчитываю на то, что, наверное, все-таки наплыв пойдет уже начиная с июля месяца, наверное, где-то в августе месяца. Хотя мы все время напоминаем, мы каждый часто встречаемся и пишем о том, что не нужно ждать. Бывали случаи, что когда подавали заявление уже во втором полугодии, даже и не успевали, потому что был большой наплыв. Специалисты еще раз напоминают о том, что это отличная возможность узаконить свое движимое и недвижимое имущество. Легализованное имущество и деньги не облагаются подоходным налогом, не признаются в качестве дохода и защищены законодательством Казахстана. Согласно программе, легализация продлится до 31 декабря этого года. Времени, казалось бы, достаточно, но, как показывает опыт, многие не учитывают срок сбора и подготовки документов. Так что всех желающих призывают не оставлять дело на потом. Талгат Утигулов, Азирхан Уахитов, Амантай Мамкенов, Атырауская область.